Добрый вечер, 7 часов и 20 минут, прямой эфир телеканал ТВ5. Я приветствую вас, это программа «Без цензуры». Меня зовут Андрей Мамыкин, и министр обороны и представитель правящей партии «Единство» Артис Пабрикс, доктор политологии, кстати сказать, тоже гостит сегодня в прямом эфире ТВ5. Добрый вечер. Добрый вечер. Кстати, вот сказал доктор политологии, совершенно никакая не заготовка была, случайно, спонтанно. А у вас сейчас остается какое-то время на, не знаю, на науку, на лекции, в конце концов? Мало, но остается, так же, как и для спорта. Остается, но мало. А спортом занимаетесь по-прежнему карате? Да. И до сих пор тренируетесь? Ну вот к вам пришел как раз из тренировки. Да. Кстати, вот перед предыдущим интервью, которое было некоторое время назад, вы тоже приехали с тренировки? Ну по средам занимаюсь. Да, понятно. 6735-7431, телефон прямого эфира. Хочу я спросить вас в рамках онлайн-опроса вот о чем. Как вам кажется, в момент военной опасности в стране, вот совсем в критической ситуации, и мы тут ничего не разжигаем, мы просто вспоминаем о народной пословице «Хочешь мира, готовься к войне». Так вот, в момент опасности откуда придет помощь? Если она придет с запада, то 905-01-321 — это телефон для вас. Если она придет с востока, 905-01-322 — это телефон для вас. И третий вариант, если не поможет никто, то 905-01-323 — это телефон для вас. Господин Пабрикс, вы бы как ответили? В момент критической опасности откуда Латвии ждать военную помощь? Военную. Но вы когда начали об этом говорить, я сразу начал смотреть, где у меня карта, где восток, где запад и где север. Но если серьезно, то, конечно, в первую очередь это, скажем так, помощь должна прийти от наших коллег в НАТО и от наших соседей, и между Балтийским государством, и тоже, я думаю, от наших скандинавских коллег. Ну, то есть хочешь не хочешь с Запада, в смысле цивилизационно с Запада, не с Востока? Да, потому что, в принципе, это самые близкие, которые у нас политически есть. Мы страна, которая является цивилизацией западной. А, кстати, вы же помните, когда в конце, в 97-м году, Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент России и верховный главнокомандующий, предложил даже перед дислокацией российских войск в знак гарантии странам Балтии, что Россия максимально миролюбивую политику будет вести. Только чтобы страны Балтии не вступали в НАТО. И тогда это предложение было истеблишментом отвергнуто. А почему вспоминаете события? Ну, будем откровенны. Наверное, не было и до сих пор нету обоюдного доверия. То есть Россию в Латвии до сих пор боятся? Конечно, потому что все-таки все то, что случилось, начиная, скажем так, с 1939 года, это, в принципе, был конфликт, который был навязан с Востока нашему государству. И, конечно, многие люди или объективно, или субъективно боятся этого. Но, может быть, уже хватит бояться? Больше 70 лет прошло. Ну вот, уже если... Мы если, взрослые уже, мы же уже как, мы мускулы. Ну, психологически, наверное, мы не должны бояться, но мы должны быть реалистичными. Реалистичными, если, например, мы говорим о том, кто кого боится, то если мы смотрим, например, на то, где является сейчас милитарная мощь России, то она сейчас как раз-то увеличивается на западной стороне государства. На южной и все новейшие знаменитые... На южной тоже. Потому что Афганистан, и боятся сейчас, значит, американцы уйдут и союзники уйдут, и южные границы России Россия охраняет очень-очень сильно. Есть... Даже не китайцев, и не Запад, а именно юг. Ну, если вы лучше меня знаете, зачем спрашиваете? Нет, я просто читал, почему на Западе? Откуда вы взяли информацию, что на Западе? Ну, потому что мы это знаем. То есть это секретная информация, это тайна НАТО? Вы не можете ее сейчас проводить? Ну, это не секретная информация, но если мы смотрим, например, на те маневры, которые проводятся на Западе, на российской территории, если мы смотрим на того, где вкладываются, скажем так, деньги в оборудование, в том числе и вопрос, например, «Искандеров», то, конечно, там западное направление очень серьезно обсуждается на российской стороне. И если мы смотрим, в принципе, на баланс той, скажем так, милитарной мощи, которая находится от нашей границы на востоке и которая находится, скажем так, в трех балтийских государствах, здесь мы видим очень большой дисбаланс. Я, конечно, согласен с вами и с теми аналитиками о том, что, скажем так, Россия и правильно делает, что она вкладывает серьезно тоже в южное направление и, по-моему, должна вкладывать тоже в восточное направление. Но Запад все-таки
но если мы говорим здесь о стратегическом партнерстве России с Европейским Союзом и с НАТО, то, скажем так, маневры, вкладывание инфраструктуру, вкладывание, скажем так, оборудование, это об этом не говорит. Ну, Латвия же тоже вкладывает, и НАТО наращивает мускулы. Ну, подождите, если мы сейчас смотрим на НАТО, то, да. В принципе, натовские государства, сейчас, в принципе, почти все государства, может быть, кроме трех, уменьшают свой бюджет. Если мы смотрим на Балтийский регион, я уже сказал, здесь очень большой дисбаланс. Ну, те силы, натовские силы, то есть наши силы, которые здесь находятся, по сравнению с теми силами, которые 300 километров, скажем так, или 400 на востоке, но, извиняюсь, здесь ясно, у кого больше. Но все равно же в абсолютных цифрах, мне кажется, весь годовой бюджет России сравним с бюджетом одного Пентагона, одного военного ведомства, одной страны НАТО. Нет, ну это ясно, но, наверное, Америка не угрожает России, скажем так, в Нарве. Хорошо. Хочу вас спросить вот о чем. Командующий Национальных вооруженных сил Латвии сегодня предупредил о массовых увольнениях, если не повысится зарплаты. Вот агентство БНС передает слова командующего Раймонда Граубе. Сказал, что высокий уровень увольнений военнослужащих по финансовым обстоятельствам – это большая проблема сейчас для латвийской армии. Господин Граубе привел такие цифры. В 2012 году досрочно службу покинули 118 человек, в 2011 – 147, в 2010 – 188 военнослужащих разного ранга. И комиссия Сейма даже запланировала уже заслушать отчет министерства. Неизвестно, заслушала ли и какие там результаты. Может, тут закрыто было заседание, не знаю. И представитель Министерства обороны Янис Гаррисонс подчеркнул, что если оборонный бюджет не будет в Латвии увеличен, то встанет вопрос не о развитии национальных вооруженных сил, а вообще об их способности выполнять свои нынешние функции. Вы согласны со своими коллегами Гаррисонсом и Граубе? Конечно, потому что они представляют мнение министерства, мнение вооруженных сил. Конечно, я не могу быть согласен, скажем так, с каждой буквой, которая написана в агентурных листах, потому что там есть всякие нюансы, да, тоже о том, что говорил наш командир. Вы имеете в виду агентство БНС, информационный журналист? Но в принципе они... Направление правильное, как они об этом рассказывали. Я могу немножко пояснить. То есть, если мы говорим насчет развития оборонных сил, то, конечно, мы не можем развиваться, если за последние, скажем так, 5 лет наш бюджет уменьшился на 50%. То есть прошлый год был первым годом, когда мы немножко пошли в правильном направлении, то есть несколько миллионов было больше, чем перед этим. Но, в принципе, если сокращение было 50%, очень трудно говорить, что мы можем новую технику покупать, что мы можем развиваться. То есть мы можем поддерживать какое-то время, но мы не можем развиваться с такими финансами. Второе, если говорить о социальном благе, то здесь ведь тоже наши военные солдаты что-то потеряли в то время, так же, как и остальное наше население. Но все-таки у них тоже есть какая-то, скажем так, немножко боль, и они боятся, что если в ближайшее время не будет какое-то улучшение, то что с ними будет в будущем? И главная проблема здесь, в принципе, это дискуссии, которые исходят из Министерства социальных... Благосостояние. То есть о том, что могли пересмотреть, скажем так, пенсии и пересмотреть, сколько лет человек должен служить, чтобы получить эту пенсию. Пенсию по выслуге. И здесь я думаю, что будет принято правильное решение. Но те, скажем так, сигналы, которые сначала пошли к нам, и, конечно, солдаты и военные, они слушают тоже, они читают прессу, они услышали, что, может увеличиться, то есть период, то есть сейчас после 15 лет военнослужащий, то есть солдат, он может уволиться и получить какую-то пенсию. Если у него надо будет служить 25 лет, да, то я не могу себе представить солдата, который, скажем так, он вступил в армию, скажем так, 20-22 года. Если он служит 25 лет, то у него, скажем так, 47. Ну, бегать, извиняюсь, по Афганистану или Африке в таком уже 45-6 лет, как солдату, это ненормально, это невозможно, в принципе. Если он, конечно, офицер, если он в штабе работает, это другое дело, но, в принципе, это невозможно. Ну, штабные-то, да, в списарем в штабе служить. Мечта любого. Нет, ну тоже, исходя из этого, в принципе, мы будем блокировать такие настроения в конкретном министерстве, я думаю, что это не пройдет. Ну, подождите, но, может быть, надо сократить бесконечное число этих военных атташе, представителей, инструкторов и всех остальных военных организаций. И вот эти зарплаты в 1,5-2-3 тысячи латов разделить на солдатский, офицерский, сержантский состав, младший офицерский, которые сидят в Адаже,
Да. Извините, и получают 200-300 латов. Не получают 200-300, между меньше? Прочим, больше. Больше. Больше, да. А второе, сколько ташеев у нас, знаете? Ну, я считал, ну, их, ну, да, их там ну, не сотни, меньше сотни. Ну, их... в каких государствах? Я так наизусть не знаю. Вот наизусть я не знаю. Я могу сейчас открыть сайт Министерства обороны, вот наизусть. Знаете, сколько у нас аташей? Ну? Сколько? В принципе, два. Почему два? Больше нет. Почему два? По сетке зарплат уже больше, я насчитал. Нет, нет. У нас аташей находится в Грузии. Да. И был в Украине. Да. У нас нету аташея ни в Германии, ни в Франции. И в Америке еще находится. А зачем нам в Грузии и в Украине держать? В Украине сейчас не будет, но в Америке мы должны держать. И, зачем? И, ну, потому что Америка самый сильный натовский партнер, и там есть вопрос, который мы должны по милитарной стороне, скажем так, то есть он там указания получает из Госдепа? Нет, он указания получает от нашего департамента. И диктует Обаме. Если ты Обама, не будешь слушаться Латвию в НАТО? Он представляет латвийские интересы в Вашингтоне. Слушайте, и ваши интересы подождите. Тоже, да, мои, прочим. Так они, мои, я же специально делегировал. Вы сами-то верите, господин министр, что Латвия — это такой вот равноправный партнер США, что вот Америка прямо на равных с Латвией говорит, особенно когда дело касается глобальных военных проблем и глобальных военных вызовов. Вот Америка сидит и Латвию слушает. Знаете, в чем разница в западной культуре от всех других культур? Расскажите. Разница в том, что в западной культуре, начиная уже со старых грек и потом от христианства, человек считается, скажем так, морально равноправным с другим человеком. И это относится тоже к государству. Но это не означает, конечно, что тот человек, который намного сильнее, намного больше, у него такие же, скажем так, ну, как это по-русски сказать? Говорите по-латышски, я буду переводить. Такая же ответственность, скажем так, мировая, как и у нас. И, конечно, мы не равноправы практической политике, глобальной политике, потому что просто Латвия, так же, как и Люксембург, или даже, скажем так, Швеция или Финляндия, она не занимается такими проблемами, как Америка. Но, если мы говорим о моральном состоянии, состоянии голосования, то в среди НАТО и Европейского Союза, да, мы равноправы. Сколько раз, принимая коллективное решение стран-участниц НАТО, с 2004 года, пока Латвия является членом НАТО, Латвия использовала право вето, сказала нет, мы категорически против. Сколько? Вето очень глупая вещь. Умная вещь? Нет. Сильная вещь? Нет, вето это очень глупая вещь, потому что вето означает одно слово «нет». Когда глава государств едут на саммит в НАТО, или я еду, я прошлой неделе, например, был в Брюсселе, то есть я знаю о всех дискуссиях насчет конкретных вопросов, которые переходили перед этим, то есть на уровне посла, на уровне там, наших милитарных людей. И, в принципе, у нас не было никогда такой ситуации, где латвийские интересы, если бы такие бы были, не были бы, скажем так, учислены. То есть у меня не было смысла говорить о вето, потому что всегда, когда мы о чем-то говорим, генеральный секретарь, Расмуссен, другие, они с каждым государством говорят об этом. То есть, вы знаете, я, конечно, могу сказать, что мы сейчас будем накладывать вето, но у нас нет причин этого делать. Просто, потому что консенсус... То есть мы на всякий случай совсем согласны? Знаете, ну это ирония, конечно, с вашей стороны. Ну, но если мы там очень сидим... Очень грустно, если вдуматься нет, глубже. Нет, но это неправда. Это просто неправда. Я думаю, неправильно людям это говорить, что, вы знаете, если мы не использовали вето, это означает, что просто нас перекатили и нас не слушают. У меня такое ощущение, но это неправильно. Что Латвия, Литва, Эстония, маленькие страны, особенно новые маленькие страны в НАТО, это, я сейчас образ рисую, это такой... солдат, который бегает за пивом генералу. Понимаете? Вот роль либо пушечного мяса, либо территории стратегические для решения большими государствами больших военных проблем. Да, территория бесспорна. Но относится к нам вот так, свысока. Скажите, где я не прав? Попытайтесь меня переубедить. Я думаю, что вы не правы в этом смысле, да? Потому что если вы хотя бы один раз поехали со мной вместе или не со мной вместе, например, в Афганистан или в Америку, где у нас партнеры в Мичигане,
Между прочим, если говорить о наших экспертах по так называемым джейтаков, да, то Латвия находится между первыми 9 государствами в мире, у которых самые лучшие специалисты. И то, что мы там слышим, я лично могу сказать, что и американцы, и те люди, которые знают наших экспертов, которые служат нашими солдатами вместе, например, норвежцы, они очень высоко нас оценивают. И пример. Сейчас мы будем в Афганистане, например, Мазар-Шерифе. И там 4 государства вместе. Там Финляндия, Швеция, Норвегия и Латвия. Сколько от Латвии там будет солдат и офицеров? От Латвии где-то плюс-минус 150. 150. Да. Вот 150 латвийских солдат прям в афганском регионе, прям вот погоду устанавливают и ситуацию контролируют. Но нет, там вместе мы будем со шведами, финнами и норвежцами, если я, я не хочу соврать, примерно, но хорошо, где-то 700-800 человек. То есть наша доля 150. Если говорить о пиве, кто бегает, то второй человек в командном составе для этих 4 государств, латыш из Латвии. То есть командир швед, второй человек из Латвии. Это он не последний человек, он второй человек. То есть заместитель командира это из Латвии. Это, я думаю, неплохо. Тем не более... верю я вам, господин Ладно, министр, ну... не верю. И в Афганистан с вами не поеду. Знаете почему? Ну почему? Потому что мне очень жалко, что будут тратиться деньги латвийских налогоплательщиков, которые могли бы пойти нищим полицейским, пенсионерам на новые рабочие места и на мирную политику. Понимаете? Мне жалко моих налогов. Даже если вы Мамыкина на военном самолете повезете в афганскую пустыню. А значит, вы против армии или как? Вообще так? Не надо воевать, не надо деньги тратить. Нужно... Во-первых, есть страна НАТО Исландия. Там армии нет. Это во-первых. Во-вторых, ничто не является таким, как мне кажется, гарантированно хорошим оружием от войны и военных конфликтов, как грамотная миролюбивая политика. Швейцария не имеет сумасшедшую армию и не участвует во всех горячих точках. Швейцария. Хотя есть программа партнерства... В Швейцарии так... каждый мужчина, как вы, каждый год 2 недели в армии. Для мужиков это полезно, это я поддерживаю. Ну нет, они не для спорта там идут. Но максимум у них там, максимум, программа с НАТО, партнерство ради мира. Такая же, как у Таджикистана, А вы знаете, сколько они там платят для армии? Да. Если вы хотите быть мирным государством, вы должны намного больше платить для себя. Ой, давайте атомные бомбардировщики тогда в Латвии закупят, чтобы совсем быть без безопасности. Нет, я думаю, хватит вертолетами. Давайте зрителям дадим поговорить. Михаил из Риги, звонок по телефону. Михаил, слышите нас? Добрый вечер. Да, слышу. Ну вот ваш звездный час, долго мы вас за эфиром держали. Прошу вас, очень коротко. Михаил. У меня к вашему гостю такой вопрос. Господин Пабрикс, вы неоднократно выступали в прессе с высказыванием своих опасений по поводу действий России. В то же самое время, вот в течение последних 3 дней в прессе появились интервью с российскими командирами, военными, аналитиками, которые заявляют, что никакой угрозы странам Балтии со стороны России не предвидится, не намечается и не будет. Скажите, пожалуйста, вы по-прежнему боитесь Россию или вы все-таки правильно воспринимаете это интервью как честное, откровенное интервью партнеров ваших со стороны России. Спасибо. Спасибо большое, Михаил. Нет, но я, в принципе, с одной стороны, конечно, согласен с господином Мамыкиным, потому что мы, конечно, можем грамотную политику проводить и отказаться от армии, но тогда я бы был очень рад, если, например, Россия тоже отказалась от своей армии. Но пока Россия, скажем так, вооружается и по сравнению с другими натовскими государствами увеличивает свой бюджет на оборону, тогда, конечно, является вопрос, почему? И почему это происходит? Но и происходит у наших границ тоже. Ну, потому что страна большая, по площади. Ну, так боится, наверное, Латвии. Я хотел задать тоже вопрос тогда, боится ли другие страны Прибалтики? И как вы думаете? Ну, я думаю, боится. Я не знаю, надо им спрашивать. А я думаю, боится. У меня уже такой ответ есть, что боится. Ну вот, да? Я бы сказал тоже, нас бояться не надо, мы никого не угрожаем и никому напасть не хотим. Да, знаете, как... анекдот есть такой. Я его в детском саду любил. Вы ходили в детский сад, нет? Нет. А я вот ходил. Это вот самое такое время, когда эта детская откровенность, восприятие жизни, вот это мне до сих пор самый приятный мой период жизни. Так вот, анекдот. Сидят 2 муравья. И идет слон. И один другому говорит: главное нам его завалить, а потом мы его ногами затопчем. Вот это вот вам ничего не напоминает, говоря о военных тактиках? Нет, этот анекдот. Нет, ну я, конечно, был бы рад, если бы я родился в большом государстве. Но мир такой, какой он есть. Ну что делать? Нам надо отстоять то, что у нас есть.
Как вы думаете, что пишет наша аудитория, преимущественно русская, в данный момент смотрящая ваше интервью по каналу ТВ5? Ну, скажем так, я не хочу судить по стереотипам, но я бы очень хотел надеяться, что там есть тоже позитивные люди, которые могут позитивно смотреть на армию своего государства, где они проживают. Вот смотрите, читаю практически по теории чисел, выбирая все, ну не все читаю, но подряд выбираю. Человек с ником Ник-Ник написал, какой смысл воевать со страной, которую можно купить со всеми потрохами, вопрос лишь в цене. Олег написал, неужели господин Пабрикс реально верит в то, что в случае военного конфликта Латвии с Россией страны НАТО вступят ради Латвии в конфликт с Россией? Достаточно вспомнить, как 7 лет назад самолеты НАТО в Литве поднялись в небо после 20 минут после того, как самолет ВВС России упал в Литве, пролетев всю территорию Латгалии. Еще человек написал, когда построят замок света в Риге, может быть, уберут старый радар из Аудрини, а то сколько же мы будем расплачиваться своим здоровьем за всю эту оборону. Не надо говорить, что проводятся мониторинги заболеваемости и смертности. Человек, вероятно, из Латгалии пишет, сказал просто Игорь. Ну, ошибается человек. Армию надо сократить, человек с ником Зингер написал, оставит только пограничников, и этого вполне достаточно. Другой Игорь. Господин военный министр, не кажется ли вам, что у России своих проблем хватает, не обращая внимания на ваши позывы, а вот вашим западным друзьям Латвия необычайно привлекательна, в первую очередь как плацдарм, хотя бы потому, что есть возможность поближе подкрасться к России, хотя бы в щелочку подглядеть, причем здесь наша мнимая военная мощь. И так далее. Я могу читать электронные послания. Вот, кстати, прочитаю вам хорошее, комплиментарное, действительно без подхихи и смайликов. Олег говорит, спасибо вам большое, что в отличие от многих членов вашей партии, говорите по-русски. Вот и позитивный комментарий. Предыдущие можете прокомментировать, если хотите, насчет наших военных мускулов. Нет, ну, я не думаю, что я должен... я могу об этом долго говорить, тогда наша передача не закончится. Но я, откровенно говоря, я недоволен и, скажем так, я думаю, что это неприятно слушать, если, скажем так, тех людей, которые вроде, ну, так представляют русскоязычное население Латвии, я не слышу в этих голосах или в том, что они написали, какого-то, скажем так, позитивного звука для своего государства. И мне очень жаль об этом, потому что... А вы, как представитель государства? Потому что в армии, между прочим, как минимум 20% русскоязычные, которые патриоты. В некоторых подразделениях 33-35 даже. Да-да-да. Мне жаль об этом. И многие по-русски, по-латышски не говорят. Возвращаются из армии, наоборот, с языком латышским возвращаются. То есть, как бы это масса хороших вещей, я не спорю. Но вот скажите насчет позитивного момента. Вы, как представитель государства, обращаясь к русским людям, к русскоязычным, осенью прошлого года сказали, что транслируемый по телеканалу ТВ5 сериал «Морские дьяволы» про спецназ России, который просто классный дюдик, он подрывает патриотические чувства, потому что там была серия, где эти вот российские спецназовцы победили своих коллег в странах Балтии, в Эстонии. Кстати сказать, наш руководитель Каспер Озланч тоже вынужден был оправдываться в этом эфире после вашего заявления. И сериал сейчас не показывается в эфире ТВ5. Это позитивное отношение государства к русским жителям? Ну, знаете, я думаю, что, наверное, все-таки здесь нету, скажем так, отношения между русскоязычным населением Латвии, если мы можем так говорить, этим сериалом. Потому что, если я говорю о жителях Латвии, о граждан Латвии, то я все-таки хотел предпринимать, что эти люди патриоты своего государства. И, конечно, для меня, как патриота своего государства, может быть, обидно смотреть на сериал, где... А если эти русские сидят и осуждают этих россиян? И болеют за эстонские и латвийские спецназ. Ну, наверное, то, что вы там прочитали, об этом, наверное, не говорит. И тем более, если мы говорим вообще о сериалах, я не против хороших фильмов из России, которых иногда в Латвии показывают. Я думаю, что если есть хороший фильм, надо его показывать. Что такое хороший фильм из России, если сериал «Морские дьяволы» плохой, непатриотичный? Потому что это идеологический фильм. Например, мне что нравилось, да, мне еще звонили где-то там насчет во время Нового года, насчет этого фильма, которого всегда на Новый год показывают. «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Да-да, «С легким паром». Это тоже угроза безопасности? Я думаю, что это хороший фильм, его надо показывать. Его надо показывать, потому что мы там видим очень много из советской жизни, о чем мы, скажем так, и плакали, и радовались, и были недовольны. Да? Но если в нашем телевидении показывает, скажем так, 90% или 80% скажем так, сериалов или вещей с одной стороны,
А с другой стороны, из той культуры, которой мы принадлежим, или там это Скандинавия или Европа, там показывают какие-то, извиняюсь, глупые или такие сериалы, которые очень дешевые. Я думаю, что это неправильный баланс. Господин Пабрикс, где дорогие и умные латвийские сериалы? Для коммерческих каналов, такой как ТВ5, да, патриотические, где они? Мы покажем с утра до вечера. Я согласен с этой критикой. И я думаю, в том, как мы распоряжаемся деньгами, которые мы даем для латвийских фильмов, мы это очень неправильно это делаем, очень мало это делаем, потому что мы должны тоже не только закупать фильмы, мы должны тоже делать свои фильмы. И здесь я с вашей критикой доволен. Я думаю, что, конечно, мы должны как-то, скажем так, ну, мы можем критиковать, мы можем что-то закрывать, но должно всегда быть позитивное предложение. И это у нас не хватает, я с вами согласен. Реклама на канале ТВ5, и мы вернемся. Добрый вечер всем, кто смотрит телеканал ТВ5 только с этой секунды. Министр обороны, представитель партии «Единство» Артис Пабрикс еще почти полчаса на ваших экранах. Еще раз добрый вечер. И вы продолжаете искать ответ на вопрос, что будет в случае военной опасности в стране. 99 голосов — это большинство из трех позиций, что не поможет никто. У аудитории ТВ5 такое ощущение безнадеги. Если что, то сами будем как финны в 1939 году бороться. Ну, если так, то, знаете так, с одной стороны, я, конечно, с этим не согласен. Но, с другой стороны, если, скажем так, наше общество так думает, что никто не поможет, тогда я в этом конкретном обществе, которое, так, скажем так, писали или голосовали, я все-таки вижу там людей, которые будут, скажем так, с руками и ногами отстоять бюджет наших вооруженных сил. Потому что если они знают, что никто нам не поможет, значит, мы должны сами, скажем так, свою оборонную мощь увеличить. Я сейчас буду читать электронное послание в защиту вас. Хотите? Русский написал: Олег, хотел бы встать на защиту господина Пабрикса. Поверьте, есть русские патриоты страны, и нас много. Но и вы помните, что зачастую политика в отношении национальных меньшинств Латвии лицемерна и недальновидна. И та критика в сторону России всего русского в подсознании действует негативно. Это и высказывание о том, что Россия помогала устраивать референдум по языку, и вообще сворачивание референдумов Латвии как таковых, и уменьшение количества депутатов в самоуправлениях, это делается для того, чтобы в Риге русских депутатов было меньше, и призывы ЛРТ декларироваться, чтобы победить Ушакова русских и так далее. Вот это все неприятно даже Олегу русскому, который за Латвию умереть готов и любит эту страну без всяких фиг в кармане. Да, что уж говорить про фанатов Рубикса или там восстановления Советского Союза. Я хотел сказать спасибо Олегу, и я так, ну скажем так, может быть сентиментально, но все-таки скажу, я одного русского патриота люблю больше, чем двоих латвийских патриотов. Угу. Потому что если такие люди в Латвии есть, они... То есть за одного русского двух нерусских дают, да? Патриотов. Ну, я понимаю, патриотов, конечно, как за одного битого, двух небитых. Хихикают над нашей военщиной только идиоты, написал Валдис. Представьте, что было бы, если в Латвии была развернута огромная военная сила. Кому нужно дразнить в России в 600 километрах от Москвы и бренчать оружием? Все-таки, Валдис, у вас что-то с географией было. До Москвы, ну, минимум 900 с хвостом, почти 1000. 600, но смотря откуда. Тоже верно. А вот стратег, да, военный, вас внутри там дремлет. Константин, а будем слушать из Риги? Ну, давайте. А может, это армейский какой-то человек? А может, сейчас скажет, что вы там солярку сливаете по ночам в Министерстве обороны с бронетранспортера? Константин, говорите, министр слушает. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот буквально вы зачитали тот вопрос, который у меня Олег снял с языка, да? Но все-таки я хотел бы действительно спросить, а вот что... И сказать, да, о том, что многие русские и не граждане Латвии воспринимают это не как свою армию, да, а как армию стран-членов НАТО, как оккупантскую армию. И во многом это вот вина именно правящей коалиции. Скажите, а как вы считаете, чья это вина, что вот так вот нелояльные граждане, как и не граждане, как называют в правящей коалиции, да, говорят о том, что вот они нелояльны к армии, как к институту государства, да, это вина России, вина вот этого народа местного, да, русских, или чья вина, как вы считаете? Спасибо большое, спасибо. Константин, спасибо. Нет, ну, знаете, я думаю, это как в семье. Если кто-то хочет разводиться или есть какой-то конфликт, наверное, мы должны смотреть на проблему обоюдно. Кто может что-то улучшить. Но вот из тех людей, которые здесь так критически высказывались насчет латвийской армии, оборонной мощи, насчет нашего государства, знаете, я могу называть вещей, где я думаю,
наше государство, даже тогда, когда я еще не был политиком, где мы ошиблись. Но я никогда не видел и не слышал, скажем так, из тех русскоязычных в Латвии, которые нас критикуют, что они не так сделали. То есть я могу найти... Ой, неправда. Я могу... Ой, слушайте, неправда. Скажите, я не слышал. Нет, ну откройте любую русскую газету с кириллическими буквами. Там половина статей о проблемах. И о проблемах там, я не знаю, Центра Согласия, Запчел, чего угодно, Линдермана. О проблемах. Об этом... Ну вот скажите, я сейчас не могу. Я как бы вот не адвокат русскоязычных политиков и партий, но многое... Что они не так сделали, например. Многое не так сделали, да. Потому что я думаю, что наше государство немножко, не немножко, но неправильная политика вела. Например, Я думаю, что вопрос, например, отложения вопроса гражданства 90-х годов. Да. Я тогда еще не был политиком вообще, еще учился, скажем так, да. Это было неправильно, это была большая ошибка. То есть нулевой вариант. Нет, не нулевой вариант. А я думаю, мы где-то потеряли около 3 лет, не давая никакой сигнал тем людям, которые тоже... А, то есть окна натурализации надо было открыть не в 95-м году, а в 92-м. Да, надо было... Вот 3 года. Надо было сразу давать условия, сразу давать, как эти люди могут участвовать. То есть это один из вопросов. Но я думаю, что здесь все-таки мы не могли обойтись тоже из другой стороны. Там тоже очень много вещей было. Я думаю, что где, например, Ушаков большую ошибку на прошлом году сделал, да, что он одобрял этот референдум, потому что этот референдум, в принципе, вопрос о языке – это святой вопрос для латвийского населения. И если Ушаков его тронул, он ошибся. Я понимаю, что для латышей это святой вопрос. Но неужели вы, господин министр, спустя год сейчас не верите? И я не верю, что вы не можете понять, почему Ушаков так поступил. Что это был протест, это был крик «Услышьте нас!». И настолько разные люди подписывались, которые к нам в студию приходили. И коммунисты, и анархисты, и правые русские по взглядам, и ультралевые русские по политическим взглядам. Такой крик это была ошибка. Это была ошибка. Если человека душат, и у него остается последняя возможность, взять гаечный ключ и стучать по какой-то банке консервной. Услышьте меня, мне плохо. Мой личный, скажем так, анализ показывает, что я думаю лично, что Ушаков это делал просто из-за того, чтобы не потерять радикальные голоса русскоязычных. А партия «Единство» с радикальными латышскими голосами не заигрывает. Заигрывает. И заявление Абалтыни, и заявление Атиса Лейнша, и заявление Илмы Чепана. Я здесь говорю о реалистической политике, и я не одобряю одно или другое вещь. Но если мы говорим насчет Ушакова... Что-то не слышал ни разу, чтобы вы критиковали своих коллег по партии. О чем? ЛРТ за все, что она говорит, извините, от имени партии «Единство». Что-то я не слышал, чтобы вы выступали против других ультраправеньких товарищей. Знаете, я считаюсь членом партии. Да. И я свою критику... Если партия сказала, то нельзя. Нет, я свою критику... Можно. Но я свою критику не буду выкрикивать на улице. Так вы знаете, Ушакова там за закрытыми дверями тоже у них жаркие дискуссии. Ну вот не слышал об этом. А я вот, знаете, доносилось, как Толстой встанет, как Бараннику скажет, потом как Светлана Савицкая придет, потом они к консенсусу как опять... Ну тогда хорошо. Если это идет уже на этом направлении, тогда, наверное, будет какой-то прогресс. И опять вот партия «Монолит». Вот так вот. Давайте послушаем Андрея из Риги. Андрей, здравствуйте, тезка. Здравствуйте. Прошу вас. У меня 3 вопроса к министру обороны. Ну, первые 2 бесплатно, за 3 придется заплатить, пожалуйста, насчет редакции. Вопрос. Давайте. Вот мы постоянно говорим, вы говорите об оккупации там и так далее. А как объяснить, и чем вы, господин министр, объясните оккупации Латвии, независимо в каком составе, Югославии, Афганистана и посылки в другие регионы воинов Латвии, так сказать, тоже пытаются оккупировать эти страны. Да, давайте сразу 2-й вопрос, Андрей. 2-й вопрос, пожалуйста, Тусын. Памятник, вы не так давно высказывания допускали о том, что памятник как бы надо было бы снести. И 3-й вопрос, это за 5 латов, это уже платные, вы уже потом переведете нам в редакцию на счет. Ну, 3-й вопрос, давайте, Андрей. 3-й вопрос, вот меня вы из вашего единства выдвинуло Элерте на должность мэра Риги. Для меня лично, многих других, это расценивается как оскорбление, плевок в душу многих-многих людей.
Слушайте, Андрей, а почему вы Эллер-то так не любите? Она в ГИК закончила, в Москве училась. Ну, взгляды у нее такие, политика имеет право, демократия стоит на дворе. А при чем там взгляды? Дело не в взглядах. Дело ведь в человеке, который способен организовать хозяйство Риги непосредственно, или просто так разбрасываться всякими политическими лозунгами и так далее, и так далее. Да, я понял, хорошо. Спасибо, Андрей. А оккупация Латвии, значит, в 40-м году была, а чем занимается Латвия в составе военных контингентов в разных точках планеты? Значит, я думаю, насчет оккупации Латвии в 1940 году, в конце концов, надо было покончить, потому что, я думаю, об этом сомневаются только те люди, которые не считают историю или, в принципе, им все равно, какая реальность была, они просто не согласны. Но вот Ушаков, он признает оккупацию или не признает? Ну, я надеюсь, что он признает. Я сейчас не помню, что он когда сказал. Но он осудил сталинское время, депортации, репрессии, потерю Латвии независимости, но он не произнес слово оккупация, которую как мантра ждали вот потом. Боится, потому что боится своих избирателей. Чего боится? Тех, которые не хотят это признать. Но я думаю, мы должны здесь все-таки посмотреть в глаза и сказать, что, конечно... Ну, разве же у нас не демократия, не плюрализм, и не свобода слова? Подождите, если вы идете в университет, да. И вам там профессор спрашивает ответить на какой-то конкретный вопрос. Вы скажете неправильный ответ, и он скажет, демократия, все равно бери десятку, иди. Это аксиома какая-то, что была оккупация? Да, это в принципе... Нельзя повергать сомнению. Нет, повергать все можно. Можно и повергать сомневанию, скажем так, то, что Гитлер руководил Германией нацистской, или там были концентрационные лагеря. Кстати, это есть тоже очень можно. Серьезные работы историков, которые говорят, что не только Гитлер, но и многие его единомышленники с ним руководили. И вообще роль, так сказать, Гитлера тоже оспаривается. Я сейчас не обеляю его, я говорю о фундаментальных историографических трудах. Между прочим, в Австрии, это же наука. В Австрии о сомневании Холокоста садят в тюрьме, между прочим. А почему? Никто в Холокосте не сомневается, никто не говорит, что евреев не жгли в печах. Значит, не должны сомневаться в оккупации. А для вас это равные понятия, уничтожение евреев в рамках Холокоста и советская оккупация в Латвии? Нет, это не равные понятия, но это равные понятия в смысле том, что случилось и что не случилось. Исходя насчет оккупации Афганистана, или, например, наши два офицера поедут сейчас в Мали тоже в Африку, да. Я думаю, что есть здесь большая разница тем, что Советский Союз оккупировал Балтийские государства в 40-м году, и тем, как наши солдаты участвуют, например, в Афганистане. В первую очередь, мы там не устраиваем свой порядок. Второе, мы оттуда уходим как можно побыстрее, и если только, дай бог, афганцы сами могут с этим справиться. А повешенный Саддам Хусейн, это если не мы, то кто этот порядок принес? Повешенный Саддам Хусейн. Саддама Хусейна. Еще и показали эти кадры ужасные. Подождите, кто повесил Саддама Хусейна? Ну, палач, я полагаю. Что, американцы или НАТО? Палач. Вы знаете, Хусейна повесили очень иракский сложно, да, судья, очень сложно говорить о демократии под дулом пистолета. Это то же самое, как советские выборы в 40-м году под дулами советских танков. Коль скоро вы об оккупации говорите, вы не видите параллели никаких? Демократические выборы Кирхенштейн, демократический президент Советской Латвии. Американцы ведь от Ирака ушли, а советские-то не хотели уходить. И что там сейчас пришли, освободились в 44-45 году и ушли бы домой. Спасибо. Угу. Давайте поговорим вот о чем. Вы говорите, что в Риге нужно делать, по-латышски это НАТО, Исцелибес-центр, по-русски может быть центр доблести НАТО. Что вы имеете в виду под этим центром? Я не знаю, что доблесть. Галерея почетных грамот генералов датских и шведских? Нет, я думаю, здесь ирония не вместе. Но насчет центра, да, это одна из возможностей устроить в Риге один из натовских центров. Небольшой, но который занимается, скажем так, расследованием конкретной, скажем так, ситуации, конкретного вопроса и, скажем так, помогает другим государствам. Какой вопрос должны расследовать? Какой? Это стратегическая коммуникация. То есть везде в мире есть какая-то, скажем так, политика, и есть коммуникация этой политики. Центр пропаганды вы хотите, что ли? Я бы это так не называл. Стратегическая коммуникация, это что такое? Пропаганда. Как мы коммуницируем? Вот, например, в детском саду, когда вот анекдот про слона я вам рассказывал, я еще помню песню «Наша армия сильна, охраняет нас она». Мы стояли так вот и пили. Вот это то же самое вы предлагаете сейчас? Стратегическая коммуникация. Если мы, например, уходим из Афганистана, 2014 год, то, наверное, в демократическом государстве мы должны тоже обществу разъяснять, почему уходим, почему не уходим,
что случится, если мы уходим, что случится, если не уходим. То есть, так у вас уже есть же пресс-служба и пресс-секретари, слава богу, получают не 5 латов в месяц. Но это не одно и то же, потому что здесь мы говорим о альянсе, НАТОвском альянсе, не о государстве, не о министерстве. То есть мы хотели быть центром, где, скажем так, такие вопросы обсуждаются и даются советы для всех государств. Тем не менее тоже Америки, или Франции, или Британии. Слушайте, давайте второй вопрос от Андрея про памятник Победы. Он должен стоять в Риге? Помните ваше заявление о том, что он не совсем памятник не той Победы и вообще не ту армию мы тут восхваляем? Знаете, ну мы все знаем, что заход советских войск в Ригу и в Латвию не может, скажем так, оцениться однозначно. Потому что, с одной стороны, Советский Союз боролся с нацистской Германией. Хорошо, что победил. Спасибо за это, потому что тот режим, скажем так, был, ну, если не хуже, то тоже очень плохой. Но, с другой стороны, я думаю, что все те люди, которые предпоминают тех павших на Второй мировой войне на стороне Советского Союза, тоже должны понять, что Советский Союз Латвии не принес свободу. Он освободил Латвию от нацистов, но не освободил сам от себя. И, исходя из этого, я никогда не говорил, что этот памятник должен сноситься. Хорошо, а вот, ну вот сейчас скажите, так как вы думаете, вот эти люди, ну полиция по самым скромным подсчетам 200 тысяч человек в прошлом году пришли с цветами, с внуками, с детьми, не знаю, там, с братьями, сестрами, и что-то делали. Кто-то 100 грамм выпил, кто-то цветок положил, уехал, кто-то песни петь начал. Вот это что? Это, не знаю, какое-то, это сталинское быдло там пританцовывает. Кто эти люди? 200 тысяч человек, в том числе и граждане Латвии. Ну, я не смотрел социологии, кто эти люди, но я бы хотел... Это репорт, это да, полиция государственная сказала. Я бы хотел сказать, что то, что я бы хотел видеть как политик Латвии, мне ничего против, если люди идут 8 или 9 мая к этому памятнику. Пусть идут, если у них там погиб дедушка или бабушка, или отец, или мать. Все хорошо. Но также я бы хотел с такой же гордостью, я бы хотел видеть, чтобы эти люди стояли за свое, за наше государство и 11 ноября, и 18 ноября, и 4 мая. И если те же самые 200 тысяч будет также отстаивать за Латвию, я был бы очень рад. Это самое мое главное. А они будут отстаивать после того, как вопрос гражданства решен так, как вы сказали? После того, как ваши коллеги по партии, в том числе и Эллерта, третий вопрос Андрея, все, что она говорит про русский язык и русских жителей, вы знаете, они что, будут я стоять, не думаю, за, что они Эллерта... будут считать, что это государство их? Я что думаю, вот это что, как рубаха я вот думаю, к телу. Что эти ошибки не таковы, чтобы те люди, которые идут к этому памятнику, должны поменять свое государство. Если они так не любят Латвию, да. Если им здесь так не нравится, если да. это государство такое плохое, да. Ну, дорогие люди, почему вы да. здесь живете тогда, если вам это государство так не нравится? Ну, найдите государство, где получше. Ну, зачем тогда да, себя мучить и других уезжать, мучить? Если они здесь родились, если они... Они же, ну как, они же не говорят, что латышам здесь нет места, или что латыши должны... А ну, живут но, они, живут и живут. Некоторые говорят и так. Ну, подождите, некоторые но говорят есть, и так. Есть люди, которые, да, ну, что нам говорить, это там их ну, минимальный я как-то, процент. Я как-то из них, от их не слышу такого... скажем так, патриотизма, что, знаете, да, но какие-то ошибки были, но это мое государство. Я тоже не всегда доволен своим правительством, я не всегда доволен тем, какие мы, скажем так, законы принимаем. Ну, это в каждом вы государстве. Вы как так. сели в министерское это кресло, в каждом что-то государстве я опять-таки так. не слышал критику ну, что, в адрес ну, коалиции, в... или так, это опять за закрытыми дверьми? Да, и за это закрытыми. Для... За закрытыми. Выступите открыто. Потому что... Публично, вот в программе «Без цензуры», вот еще, ну сколько, 4 минуты эфира, вот ваша вторая камера, скажите, Домбровскис, ты не прав. Плевать на русских журналистов нельзя, иди давай интервью. Но Домбровскис, вот следующий обещать... Раз, следующий раз, когда у вас будет да. проблема с вашим начальником здесь, да. вы с ним не говорите, идите в ветер и говорите, вот я со своим начальником там, знаете, уж все вот ЛНТ знает, если у меня проблемы с кем-то на работе, я об этом всегда скажу прямо в глаза. Нашей партии тоже все знают, когда у меня проблемы, я говорю об этом. То есть сейчас проблем нет, все хорошо? Я говорю, что я думаю, да. Не знаю, есть ли у нас звонок, я что-то прослушал, что мне говорит режиссер. Полигон Взварды. То количество электронных посланий, которое я получил, я не получал давно. Жители, их там примерно 150 человек, боятся, что, в общем, Министерство обороны откупает их родные хутора. Их родные не только для них, но и для их пап, мам и дедушек, бабушек. Ну, Тевуземе, это вот семейное гнездо, да?
Для того, чтобы что устроить в на полигоне в Зварде? Я думаю, что здесь людям в Зварде они не должны бояться, потому что насильно никто им ничего отбирать не будет. Но Зварде, вы должны понять, это место, где десятки лет сбрасывались всякой амуниции, всякие бомбы. Так же, как если мы смотрим на Балтийское море, там тоже есть очень много тонн, тысячи тонн, между прочим, химических зарядов. До сих пор, да. Мы все об этом знаем, мы знаем, что это плохо. Конечно, мы можем говорить, ну, мы купаемся в море, ничего не случилось, но когда один день что-то случится, будет поздно. То есть мы приняли решение найти возможность, как мы можем помочь разобраться с этими снарядами, их постепенно убрать оттуда. Если надо будет, мы готовы даже, скажем так, какие-то земли откупать, но если народ будет... Если, если говорят, Министерство обороны при помощи пропаганды в газете «Латвия Савизы» просто хочет нас выкурить из родных насиженных мест. Ну почему пропаганда? Вы сами понимаете, почему нам идти против своего народа? Мы это делать не будем. Не будете. То есть это, я думаю, это просто тоже сейчас и выборы подходят, и в Зварде, и в других местах. Так что я думаю, в первую очередь люди должны посмотреть на это спокойно. И вот, наверное, последний вопрос. Человек с ником «Резерв» написал, как вы относитесь к празднику 23 февраля? Это не праздник для меня. Это не праздник. То есть, если кто-то вам предложит чарку поднять, вспоминая даже... Чарку за что поднять? Ну, за советскую армию? Или за Красную армию? Нет, за Советскую армию. Не будет. И за Красную армию я чарку поднимать не буду. А если к вам придет латышский парень, с оторванной ногой, с полными слез глазами, хотя он вроде и мужик, и не плачет, и скажет, понимаешь, я в Афгане оставил свою молодость, и другой у меня уже не будет. Тоже откажете в 100 граммах? Я не вижу здесь, почему я должен с этим парнем выпивать 23 февраля. Нет, то есть смысла. Даже афганцу откажете? Даже человеку, пострадавшему от... Скажем так, от несправедливых, но советских военных конфликтов? Да, ну и почему тогда мне вспоминать позитивно или непозитивно 23 февраля? Я представляю свое государство. 23 февраля представляет для меня армию другого государства, которое уничтожило мое государство. Вы воюете сейчас государство. С государством, которого нету. Советский Союз умер, нет его, он распался. Нет, ну, и не будет больше никогда. Ну, тем более, зачем мне это поднять? Даже в этом случае вы не хотите поднять? Нет, потому что Советский Союз для меня было плохое дело, плохое государство. И я не думаю, что где-то кто-то в Германии предпоминает, скажем так, что-то от нацистской Германии. И для вас опять это равнозначное сравнение. Гитлеровская Германия и Советский Союз. В какой-то мере, да. И я думаю, сами русские люди тоже должны когда-то об этом подумать. В любом случае, я вас благодарю за весь этот час прямого эфира. Онлайн-аудитория, симпатии, слушайте, интересно вам? 20 голосов за то, что помощь придет с Запада. 23 за то, что придет с Востока. И 139 из тех, кто сегодня, конечно, поднял трубку и проголосовал, что никто нам не поможет. Значит, будем сами обороняться. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня вы прекрасно оборонялись от вопросов онлайн-аудитории наших зрителей. Благодарю вас за внимание. Мэра Даугавпилса Жанна Кулакова завтра в прямом эфире ТВ-5. Готовьте свои вопросы. Короткая реклама и вечер новостей с Алексеем Новаком. Оставайтесь на ТВ-5.